Привет, мои хорошие, рубрика «Что на ужин?». Сегодня я готовила классический турецкий суп из чечевицы красной, мерджимек чурбасы. Только что приготовила. Видеорецепт у меня на канале есть. Ну и тази фасулья. Заморозка у меня была в холодильнике, тоже я снимала, показывала, как это готовится. Ничего сложного. И салатик. Зеленый салатик. Нарезала все, убрала в холодильник. Вот этот ужин готовится... Ну, где-то примерно за 40 минут, не больше. Даже если вот эта фасоль у вас не будет замороженная, она у вас будет свежая, по-моему, даже быстрее приготовится, потому что заморозка, пока у меня размораживалась, дольше времени ушло. Все, закрываю. Всем приятного аппетита, когда за столом. Привет, привет, мои хорошие. Сынуля смотрит Гарри Поттера. Солнышко! Малина! Солнышко! Мы без подгузника прохлаждаемся. Ну, привет! Привет! Привет, привет! Солнышко! Принцесса спит на своем любимом кресле. В другом месте она не спит. Иногда на одеяльке на полу, засыпает, когда они играют. Сынуля сейчас описал своего папочку, пока папочка его таскал на руках. И лежит, прохлаждается. Да, маминя? Да, маминя, да. Солнышко. Ну, ты такой серьезный. Очень серьезный парень вообще. Не знаю, что с ним делать. Как? Включаешь камеру, прям сама серьезность. А без камеры он улыбашка у меня такой. Дочка тоже очень-очень улыбчивая, когда с ней разговариваешь, но на камеру почему-то она не улыбается. Что такое? Что такое? И сынули, по-моему, режутся зубки, потому что все время он пытается их почесать. Надо будет сегодня-завтра на днях купить вот эти специальные игрушки, чтобы зубки почесывать, резиновые или силиконовые, какие они там бывают. Завтра пойдем сначала в детский магазин, и я куплю игрушки, и заодно подгузники другие не приму. Прима вообще полная Г. Да. Да. Вчера были у нас родственники, бабушка, тетя с мужем, племянник. Ну, все, короче, близкая родня была. Играли с детьми. Они и так устали, бедные. Он уже в конце ныл от усталости. Конечно, один на руки берет, второй на руки берет. Он же у меня такой активный ребенок, улыбается, болтает. Поэтому... Солнышко. И все, закрываюсь пока. Пришли к свекрови, смотрите, фотографии моего мужа в детстве. Асланчик. Один в один. Ушки, глазки, губки, носик, все прям один в один. А вот они уже чуть постарше с сестрой. Здесь сестренка уже ротик не закрывает. Что вот так вот, на кого похож мой сынуля? Копия. Буаджир Дики? Акан. А ведь Буаджир Акан. Это папа молодости. А сейчас я покажу вам нашу свекровь молодости. Вот она, свекровь. Свекр. Ну, здесь всякие фотографии. Вот она, бабуля, сидит с внуком своим. Она девочку не может вот так вот делать, боится. А он все терпит. На этих пингвинчиков. Конышева. Мишеляна ты. И сукак-то дурина фотошку, да? Мамина, принцесса. Папа. Эй, цевио.
А ну давай покажи, что ты умеешь. Давай, бабуле, покажи, как ты умеешь. Вот так. Вот так мы поворачиваемся. Короче, они у меня наспор. Где мамина принцесса? Ты принцесса? Да? Скажи, да, я принцесса. Всем привет. Мы сегодня втроем дома. Зулечка сегодня пошла погулять одна. Посмотреть получится у нее, ну, на районе недалеко. В принципе, я ей показала, если захочет центр, на какой автобус есть, на каком вернуться. Посмотрим. Думаю, у нее все получится. Да, принцесска? Мамина. Ты мамина красавица, Лёнь. Она очень любит, когда с ней разговаривают. Тихо, нежно. Это прям очень-очень она любит. И сынуля очень любит, когда разговаривают. Они очень внимательно слушают, когда я с ними общаюсь. Да, мамина? Ты красавица, мамина? Ты самая лучшая девочка, да? Единственная девочка ты. Единственная мамина красавица. Глазки тоже выпучит она. Когда я с ней разговариваю, она обычно улыбается. У нее бывает улыбка такая. Но на камеру нет, она не улыбается. А вот сынуля здесь рядом у меня весь в игрушках. Вот этих пупсят принесла нам бабуля. Негритёнка и беленького. Вон Мишку. Ай! Не переворачивайся, камера! Мишку тоже принесла бабуля. Читаю я им вот эти вот книжки. Слушают они, конечно. Так, на чем мы остановились? На книжках. Слушают они очень внимательно, потому что читаю я с выражением, как и надо, как учили меня в школе. Очень внимательно слушают. Вообще, когда с ними разговаривают, они очень внимательные. Сынуля? Мои ножки задирает, как обычно. Как обычно. Все, что вчера купила деточкам, хотела снять видео, пока еще руки не доходят. Хотела показать, цены показать вам. Что почем. Ты мамин сынуля? Да. Мамин сынуля. Да, мамина солнышко. Да. Я после ванны еще не успела сделать укладку, даже высушить волосы не успела. В последнее время стараюсь, чтобы волосы высохли естественным путем. Феном стараюсь не пользоваться. Да, маминя? Да, моя красавица? А ну скажи что-нибудь, скажи. Че ты такая вообще такая скромная? Совсем скромная? Что-нибудь? Или ты только с бабулей разговариваешь? Скромняшка. Это моя скромняшка. Сегодня у нас понедельник. Со следующего понедельника... Вот к ней близко подходить нельзя. Ты что? Со следующего понедельника нам начнут делать массаж. Сначала будет массажистка приходить на дом. Второй курс массажа у нас начнется. Да, мамина? Тебе будут делать массаж? Да, вчера вроде купила сыну для прорезывания, при прорезывании зубок, чтобы было что погрызть, игрушку. Вроде мы ее купили. Но до дома она не дошла, не знаю, где она. Мы ее потеряли или что. Сегодня должен муж новую принести. Смотри, какой шлёник! Шлёник! Шлёник, смотри, какой! Смотри! Ну, смотри, шлёник! Ой, шлёник, такой пришёл тебе гости. Привет, Зихрушка! Зихрашка! Маминя, красавица! Привет, дружок! Ай, всё. Ай, тут сынуля требует внимания.
И вот так вот, внимание, они хотят оба одновременно, не знаешь, как, с одним разговариваешь, второй смотрит на тебя, ждет, пока с ним заговоришь. Честно сказать, у меня все время язык. Ой, ты спать хочешь? Ты спать хочешь, моя красавица, да? А ты что делаешь? Вот здесь у них висят еще игрушки. Ну, пока они вот такими игрушками не интересуются. Сынуля просто смотрит, может пососать вот, вот носик, а вот лапку пососать, то, что в ротик можно засунуть. А так, чтобы играть, прям нет, пока еще нет. Просто щупает он их, о, смотрит на них. Ты же на них не смотрел. Надо тебе повернуть, раз ты на них смотришь. Пока у нас дела обстоят вот так. Закрываюсь. Мои хорошие, вот снова показываю витамины, которые я пью для волос. Каждый третий у меня, наверное, в личке спрашивает именно про эти витамины. Вот они. Фирма Солгар. Солгар. Кожа, волосы, ногти. Ой, кожа, ногти, волосы. Вот. Мне их уже здесь мало осталось. Видите, я пью две вот эти витаминки и одну вот эту вот. Я не могу сказать, помогут они вам, чтобы у вас волосы выросли или нет. Я просто говорю, что я их принимаю, и у меня волосы перестали падать. Тоже не знаю, перестали падать из-за этих витаминов или все-таки пришло время, что гормоны нормализовались. Но факт, что мои волосы вернулись в то состояние, которое у меня было до беременности. Вот моя каждодневная доза витаминчиков. Как он любит, когда его тискают. Тетя с братиком пришли в гости. Принцесса спит. Он тоже только проснулся. Время ужинать. Сколько сейчас времени? Тут часов 10, наверное, да? Полдесятого, 21:35. Полдесятого, вот у меня сейчас время появилось поужинать. Зульчика приготовила гречку с подливой. Гречка в Турции, ее найти... Ну, мне, например, вот в ближайших магазинах было сложно найти, я ее не нашла. Это остатки того, что у меня было с прошлого раза. Пришел в гости друг мужа. Он первый раз ел гречку, ему понравилось. Тарелочки были вылизаны. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Зульчика готовит вкусно. И еще говорит о том, что не все турки такие прям сильные консерваторы в еде. Мамины пингвинчики. Мне интересно, сколько они так протянут. Особенно сынуля. Он так не любит лежать на животе. Сейчас у него очень хорошее настроение. Так, дочь уже надоедает. Да они мне молодцы, солнышки мои.